бюро находок имеется. Ключи оставлены в такси. Кошелек с картами на имя Шакировой Лилии Фаватовны. Ключи найдены 29 августа в районе ресторана «Кристалл». Айфон белого цвета найден в середине августа на автовокзале. Пропуск на имя Шиловой найден 4 сентября в районе НТР. Бюро находок ищет. Ключ-брелок от автомобиля Audi утерян 3 сентября в районе 25-й школы обещанного вознаграждения. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням.